Привет всем тем, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Диана, и я рада вас приветствовать. Сегодня будем готовить очень вкусный борщ из домашней утки. Давайте приступим. Первым делом я вымою хорошо мясо и сниму кожу. Вы можете кожу не снимать. Буду варить, снимая пену. Пока варится утка, делаем зажарку. Нарежу мелко морковь, лук и болгарский перец. Свеклу у меня печеная натру на крупной терке. Как собрали всю пену, кладем 2 лавровых листа, немного острого перца и немного черного молотого перца. Соль пока не добавляем. Накроем крышкой и будем варить на средней температуре до полной готовности. Нарежу мелко петрушку и укроп, у меня замороженный. Если есть любисток, нарежьте немного любистка. Также нарезали картофель, а сейчас нашинкуем капусту. В сковороде разогревается растительное масло. Кладу туда лук. Перец и морковь. Свекла печеная. Добавлю ее чуть позже. У кого свекла сырая, добавляем сразу же вместе с морковью, перцем и луком. Потушим до мягкости. А сейчас добавлю свеклу и томат. Посолю и поперчу. И хорошо перемешаю. Добавлю половник бульона и потушу 5-7 минут. Добавлю 2 столовые ложки 9% уксуса. Хорошо перемешаю и выключу плиту. Мясо мягкое, посмотрите, оно отходит от кости. Добавлю картофель. И через 2-3 минуты капусту. Картофель я нарезала мелко. Если вы нарезаете крупнее картофель, понадобится примерно 5 минут. А теперь к капусте добавим нашу поджарку. И будем варить до готовности. Пробуем на соль и на перец. А теперь добавлю чеснок и зелень, выключу плиту, накрою крышкой и дам настояться. Борщ готов. Всем советую попробовать этот рецепт. Подаю я с домашним хлебом. Кому понравился рецепт, ставим лайк, подписываемся на канал. И до скорых встреч. Пока-пока.